Вторая серия. Сегодня конец марта, но мы встречаем Новый год. Почему Новый год? Потому что нашей печке не хватает хвойных веток. А так как мы ее любим, уважаем, то, соответственно, и топить приходится хвойными породами. Называется кипарис. Ну, сами видите, процесс идет, ситуация продолжается под контролем. Я пристегнут, ремень безопасности на месте. Сейчас мы даем заднюю и подъезжаем. Сейчас будем пролетать над трубой. Ответственный момент. Труба желтая, ветки зеленые. Проехали. Почти. Вторая попытка. Получилось. Ну, за рулем опытный водитель. Ой, третья попытка.